Итак, ребят, всем привет! В этом видео я покажу, как установить BMNG Drive за 5 минут. Получается, для начала заходим в Google и пишем скачать мод на BMNG Drive. Можно по-русски написать, ничего страшного. Так, получается, я посоветую сайт modsgaming.ru, ну, он самый какой-то для меня, мне нравится он. То есть тут такие популярненькие моды, прикольные вылаживают всякие. Поэтому, ну вот, мод внедорожник у вас. Давайте скачем, у меня нету такого. Посмотрим, как он. Так, ну ладно, скачаем, посмотрим. Как УАЗик, free download. Download файл. Так, выбираем, куда хотим скачать. Скачиваем. Потом переходим в папочку, где мы скачали мод. Вот он у вас. То есть вот. Берем, копируем этот мод. Нажимаем копировать. Заходим в документы. Потом ищем BMNG Drive. Тут будет такая папка mods. Заходим в нее. Нажимаем правой кнопкой мыши. Вставить. Все. Заходим в игру. Так, ребята, далее, когда мы зашли в игру, есть тут вкладочка mods. Нажимаем на него. Вот УАЗик наш нарисован. Что он? Установлен. Все хорошо. Заходим и смотрим. Так, ребят, когда вот мы зашли, нажимаем кнопочку Escape, Vehicles, и ищем УАЗик, вот он. Нажимаем Replace, например. Вот и УАЗик появился. Вот он, красавец такой, моделька неплохо сделана, кстати. Прикольный. И салончик именно такой. Только шатается, что-то как-то непонятно. Ну вот. Вот так и устанавливаются моды. Полный привод. Можно наваливать боком. Все, ребят. Всем спасибо. Всем пока. А УАЗик как козлик прыгает.